Всем привет, дорогие друзья! С вами Павел Георгиев, видеоблог и турагентство онлайн Георгиев Travel. Я приехал в Каш. Это место в Турции очень популярно, но очень мало, скажем, посещаемо нашими туристами. В основном наши туристы обитают на Анталийском побережье, в части Алании, Анталии, Кемера, Сиде. А это как раз вот дальше Кемера двигаться, Демре и, соответственно, следующее место Каш. Но многие сюда хотят попасть, кто уже был не первый раз в Турции. И почему? Ну, во-первых, друзья, посмотрите на эти виды. Это просто красота. Здесь, конечно, надо смотреть все сверху. Здесь по-настоящему необыкновенно красивая природа. Вот я здесь первый раз, если честно, сам, и мне многие рекомендовали сюда обязательно заехать. И вот мы приехали всей семьей. Я вам покажу свою виллу, где мы остановились. Она сейчас в апреле стоит не так дорого, но я думаю, ближе к сезону здесь все будет занято. Я сразу скажу, почему сюда нет туров, потому что, друзья, здесь не так уж и много размещений, как я понял. Много отельчиков таких есть, да, но они как бы небольшие. И, соответственно, исходя из этого, нет возможности, наверное, формировать турпакеты. Да и достаточно самостоятельных туристов, не только из России, конечно же, но и из других уголков нашей планеты. Вот, поэтому сюда надо приехать либо на несколько дней, либо специально заранее запланировав поездку, отдельно составить индивидуальный маршрут, что мы можем сделать с вами, друзья, без проблем. Для этого нужно перейти ниже по ссылочку, можно написать мне напрямую на WhatsApp, и я помогу вам с организацией путешествия сюда. Ну а сейчас пойдемте прогуляемся по городу, посмотрим эти замечательные виды этого удивительного места Каш. Сейчас мы находимся на полуострове, здесь очень много различных размещений, да, вот даже наверху стоят и так далее. Кстати, классное тоже размещение. Я так понимаю, что здесь нету пляжной истории, и еще поэтому сюда туроператоры не так часто возят, потому что, точнее, практически не возят, потому что здесь пляжной истории не так уж и много, да, нет таких больших протяженных пляжей, а многие туристы как раз едут сюда только исключительно за пляжами, в основном на Средиземноморье и так далее. Но есть и другие туристы, которые выбирают просто видовую историю. Вот сейчас мы находимся на полуострове, да, и как раз у нас вот там, вон там находится наша вилла, и как раз с видом на этот полуостров. Сейчас скоро мы в ней окажемся, я вам покажу, как там все выглядит. Вообще, конечно, передвигаться здесь лучше на машине или вот на мотоцикле, потому что хочется в разных местах побывать, в разных интересных здесь локациях. Здесь вот полуостров, там остров, дорожки все узенькие, все маленькое, поэтому прям, конечно, на машине везде припарковаться будет сложно. Ну или, конечно, пешком. Многие как раз вот туристы, даже мы там на вилле живем, на той части, соответственно, материковой, как говорится, вот. А многие ходят пешком. Там прям под нами сразу есть пляж, кстати, у которого даже голубой флаг постоянно он получает. И, соответственно, там можно хоть где передвигаться. Есть, наверное, такая активная жизнь, погулять. С детьми не уверен, что с маленькими здесь есть прям, ну, куча каких-то развлечений. Но для взрослых вполне подойдет местечко разных много красивых видов, разных много мест, куда можно посидеть, полюбоваться видами, опять же, насладиться вот этой атмосферой. И, кстати, вот это первое место, где я насладился вот ароматом вот этой, кажется, зелени, природы, морского воздуха. Прям очень сильно здесь это прочувствуется, да, вот последний раз я так чувствовал в Греции. Конечно, анталийские курорты в виде там Алании и Сиде тоже неплохие. Например, в Алании, конечно, в основном, когда в центре живешь,
тебе запах идет автомобильный, потому что город, население много там и так далее, и запахов вот таких природных не так уж много. А здесь, посмотрите, прекраснейший вид и отличный запах, вот морской климат, это прям круто. Поэтому особо рекомендую тем, кто уже очень часто был на Анталийском побережье, уже все видел и хотел что-то новенькое, вот Каш обязательно приедьте, вам очень понравится. Друзья, вот здесь вот вышел у нас на полуострове, в самом начале есть два пляжа. Вот со стороны марины и с другой стороны. Я сейчас выйду, покажу, как здесь все выглядит. Конечно, еще не сильно хочется купаться, потому что апрель месяц, еще достаточно не жарко, но позагорать точно можно. Сейчас, кстати, у нас 24 градуса и сегодня у нас 15 апреля. Как видите, вот так прекрасно гулять, но купаться еще, как говорил, не очень хочется. Если честно, представляю, когда здесь прям пик сезона, когда там июнь, июль, август, здесь, наверное, просто столько людей, столько людей. Ну вот, говорю, пляжных мест много, но они узенькие, поэтому их можно искать по острову, где ходить, и, наверное, из-за этого, я думаю, операторы сюда много не продают. Но, опять же, контракты, никто не хочет отдавать дешево отель, это тоже есть такая, как говорится, внутренняя история. Все хотят зарабатывать, и так как здесь не так уж много размещений, я думаю, ательеры не дают супер хороших цен, и поэтому операторы практически не работают с данным направлением. Вот еще один пляж, можно сказать, дикий. Море здесь красивое, вход видно сразу глубоковат, но море такое синее-бирюзовое. Мы уже заехали с вами в город, то есть в городскую часть. Здесь как раз вот, как показывал, улицы все узенькие, много магазинов, кафешечек. То есть в основном вся туристическая инфраструктура. Сейчас мы сами ищем какое-то местечко перекусить и немножко прогуляемся с вами по городу. Да, с парковкой здесь, конечно, проблематично все, поэтому на мотоцикле, а лучше, если честно, пешком передвигаться здесь самый раз. Иначе будет прям некомфортно. Вот кое-как нашли местечко там и двигаемся в сторону центра. Так, ну вот мы тут перешли дорогу и оказались на такой пешеходной, я так понимаю, улице, какой-то центральной части. Здесь у нас получается по правой стороне марина, но это, я так понимаю, все равно центр, потому что где порт, там, как говорится, и центр. Здесь, естественно, как днем, так и ночью все работает, вечерний вид здесь, конечно, совершенно другой, но тоже все очень красиво и в огнях. Атмосферненько. Какие прикольные, красивые улицы. Вот такие уютные ресторанчики наподобие этого вас могут встретить. Заходите, есть территория. В общем, вот так, друзья, выглядит центр Каша. Соответственно, мы здесь погуляли, походили, хотели выбрать для себя кафе, но где-то, правда, только кофе, где-то морепродукты, где-то надо долго ждать. В общем, с детьми, вы сами понимаете, максимум, что можно сделать, это купить мороженое, и это весь обед. И, в общем, я подумал, что мы сейчас поедем, зайдем в магазин, чего-нибудь купим. У нас прекрасный вид на террасе на всю, скажем, панораму Каша, на полуостров. И мы просто там пообедаем с прекрасным видом. Так что поехали в магазин, прикупим продуктиков, и я вам покажу нашу виллу. Вот здесь практически возле нашего дома, нашей виллы, вот здесь вот у нас марина, находится
Мигрос Марина. И здесь мы как раз сейчас что-нибудь прикупим. Дети уже, как обычно, сладости на мороженое набежали. Но, тем не менее, надо есть какую-то полезную еду. У нас обычно это греческий салат, огурцы, помидоры, соответственно, сыр. Все в этом духе берем. Ну, еще что-нибудь. Так что закупаемся и едем на виллу. Итак, друзья, ну я своих уже всех высадил. Мы приехали из магазина, все прикупили. Сейчас сделаем обед, наверное, даже уже больше ужин. Позади меня как раз это полуостров, по которому мы сегодня с вами катались. Вон в той части у нас получается это центр Каша. И вот здесь у нас находится вилла с панорамным видом. Я знаю, что многие спросят, что за апартаменты, где вы жили, называется Free House Apart. Прям можно найти где угодно. Соответственно, есть три домика. Раз, два, три. Во втором домике проживаем мы. Сейчас мы посмотрим, как там внутри. Вот эта часть у нас получается такая кухня есть. Все зонировано, сделано вот так. И бассейн выше. Вот здесь на второй, скажем, на втором уровне есть бассейн. Он еще наполняется. Буквально вчера его начали наполнять. И вот здесь у нас наши апартаменты. Заходим потихонечку. Да, здесь самое главное, что есть своя вот такая терраса со своим столиком. И посмотрите, какой у нас открывается здесь вид на полуостров. Просто прекрасный. Ну и переходим в сам номер. Немножко у нас там может раскидано все, но вы не пугайтесь. Вот такая вот у нас гостиная. Привет, дети. Они уже мультики смотрят. Кухня. Здесь проходим. У нас есть ванная комната, ну, естественно, с душем. Здесь наша спальня с окошками, очень прикольно. И здесь у нас детская. Здесь вот мы одеяло брали, немножко было прохладно, хотя кондер работал. Здесь тоже окошечки, видно территорию. И здесь можно, кстати, выйти прямо из спальни на террасу. Ну что, друзья, вот мы переместились уже в нашу виллу, вы ее посмотрели, и я вам покажу наш обед. Как и говорил, мы решили все прикупить. Кошка тоже к нам пришла. У нас, в общем-то, практически all-inclusive. И чаек турецкий, и лапшичка, и мясо, и овощи. В общем, все как надо. Самое главное, друзья, вот этот панорамный прекрасный вид. Так что рекомендую данное размещение. И вот отмечу, что лучше, конечно, в Каше жить. В Каше звучит, конечно, до сих пор не привыкну. В Каш жить лучше на вилле с панорамным видом. Да, это может быть не близко к центру, можно прогуляться. На самом деле здесь часик пешком, легким шагом дойти. Ну или берите автомобиль на прокат или байк. Ну, в общем, друзья, что хотел сказать в резюме этого видео, что место очень уникально, и оно, конечно, подойдет для тех, кто уже избаловался, наверное, основной Турции, да, и хотел какие-то посмотреть интересные места, и пляжный отдых не самое главное для него. А самое главное, вот панорамный вид, отдых, возможно, какие-то другие блюда, другая, соответственно, атмосфера. И, конечно же, здесь немножко все по-другому в плане людей, да, потому что больше живет местных, а туристы приезжают из других стран, не только из России. Поэтому это такое уникальное, интересное место. Скажем, уровень 2.0 по сравнению с отдыхом в Турции, те, кто был там первый, второй, третий и так далее раз. Так что, друзья, еще раз рекомендую. По всем турам можете обращаться ко мне ниже по ссылочке под видео. Не забудьте подписаться на канал и увидимся в следующих видео. С вами был Павел Георгиев, компания Георгиев Travel. Пока! We'll be right back.